Переход на единый часовой пояс положительно отразится на здоровье жителей страны. К такому выводу пришли специалисты из Восточного Казахстана. Активно обсуждать перевод стрелок в этом регионе начали после опубликования проекта на портале «Открытый НПА». Много было негативных мнений, что приходится на час раньше, придется вставать, световой день ночью, то есть будем раньше летом просыпаться, световой день будет раньше, но здесь, получается, будем дети жить на час раньше ложиться спать и высыпаться. То есть здесь тоже актуальные были приведены мнения врачей, экспертов по хронобиологии, географов. Организация природных поясов и биологических поясов для наших пациентов играет первостепенную роль. Почему? Потому что, во-первых, вопрос о профилактике очень будет, так скажем, поднята тема именно нормализации продолжительности физиологического сна. Человек, который не болеет ничем, он выспавшийся, бодрый, активный, посещает какие-то спортивные секции, да, он более привержен здоровому образу жизни, то есть у него хороший иммунитет, естественно, вырабатывается достаточное количество гормонов, и поэтому, так скажем, данный казахстанец, он здоровый, с хорошим иммунитетом, и он не подвержен хроническим заболеваниям. Сейчас создана рабочая группа, куда вошли эксперты со всех регионов – астрофизики, географы и медики. Специалисты уверены, переход положительно повлияет не только на самочувствие казахстанцев, но и на экономические и логистические процессы. Вопросы транспорта и логистики будет намного проще решать, если будет единый часовой пояс. С точки зрения экономики, это будет интегрировать и способствовать введению единого часового пояса, введению бизнеса самого, потому что бизнес, он интегрирован из банковской системы. Если будет расхождение, то есть это все будет влиять как бы на экономическую составляющую. То есть эти вопросы тоже изучаются.